На горку заезжаем. Эх, тут каменюки. Вон и какие. Обалдеть. Сделал себе на пузо крепление для камеры. Вот типа испытываю. Вот с горочки поехали. Вообще на пузо чем хорошо, тем, что можно пузом регулировать. Вот так вот, допустим, хоба, кверху. А можно вот так вниз. Ох! Колесо проскальзывает заднее. Эх, на передний тормоз бы поставить. Вон, передний тормоз. Было бы ништяк. Но, увы. Ах! Дорога какая! Опа! Эх, скорость! Пошел! Пошел вот сюда, вот так вот! Опа! О, заехал! О, ништяк! Ого! А тут еще одна гора! И вот так вот потихоньку, значит. Ой-ой-ой-ой. Да, колесико проскальзывает. Ну хрен с ним. Ой. Оп. Опа. О. Тут скальная порода, все плохо. Я чуть колесо не пробил. Но это там еще. На камень наехал. Оп. Ух, блин. Эх, корочка. О, ништяк. Вот это виды. Вот это вот да. Это супер. На. Опа. Ох, блин. Опа. Так. Тут еще одна красота у нас. Эх. По-быстрому обзор. Напузного этого крепления. Вот так оно типа смотрится. В принципе, можно вот так вот рубашку или как-то майку. Хоба. Но оно маленько торчит, вот это Sony. Это мелочи жизни. И вот так оно у меня расстегивается. Оп. Готово. Вот такая штука. Какая-то, я не знаю, сколько там. Миллиметровая, наверное, дюралька. Вот такой вот вырезал. Вот оно. Оп. Это от, собственно, как он? От селфи-палки. Когда-то давно я нашел селфи-палку, думаю, нафига она мне лишняя. Ну и, в общем, вот тут прорезал дырочки, застежки. Все. От своих рабочих штанов, бывших, застежки. Все, вот тут пришил. Хотел вот этот ремешок сделать, типа, у меня есть, как он, автомобильный, это ремни безопасности. Ну, а потом что-то решил, что вот этот легче. И как бы вот эти здесь застежки под ремень безопасности хреново вталкивать их. Ну, а вот этот, вот такой. Единственное, что я промахнулся, вот эту вот штуку, то есть ее камеру крепить хреново. Она, по идее, где-то вот в таком положении должна быть. Ну, короче, вот так вот, постоянно. То есть, чтобы ее открутить, ее надо вот так вот сначала повернуть, вот эту штуку-то. Вот так, хоп, а потом только откручивать. Вон он, этот самый болтик-то.
крутилка сама. То есть ее надо маленько наверх. Ну, сантиметра, не знаю, сколько там. На два хотя бы. Чтобы она вот в этом положении, я ее мог откручивать. А так она, ну, не получается ни хрена тут. Ее надо вот так все время загибать. Конечно, можно и загибать, но нафига загибать, когда можно просто открутить. Ну, камеру саму. Ну, в общем, вот такая вот фигня. Простая, как сток сена, блин. Главное, что она на пузе. Ну, ее можно и на грудь, конечно, нафигачить. У меня тут хватает ремня. Все. Вот Жигуль дает, а? Там подъем почти как в небо. У него трое там. Короче, они заблудились, ко мне подъехали, говорю, как в город-то попасть? Оттуда приехали. Я им говорю, не, впереди вас ничего хорошего не ждет. Если вы не пронесете свой этот Жигуль на руках. Но их трое. Он с тремя пассажирами он поднялся вертикально почти. Вот это да, блин. Ну, короче, я так считаю, это типа как халява. Такая. Неплохая. Надел на пузо и едешь. Нажимаешь на кнопочку и что-то базаришь там. Такое, я буду этакий ленивый старпер. Вот с этой штукой. Сейчас многие блогеры. Мне еще это остается отрастить виходку у себя вот такую вот большую, что типа я совсем уже ленивый. Одеть эту штуку и нажимать. И все. И что-то базаришь. Но это не важно, что 70% на картинке будет это небо и асфальт. А 30% что-то по краям размазано. Но зато типа... легко. Опа. Ой. Ой. Камни. Камни. Такой спуск мощный. А я еду на одном тормозе заднем. Ой. Опа. Тут дорога такая. Не приведи Господь. А эти гаврики хотели... на Жигуленке. Ну тут-то бы они еще проехали. А дальше хуже. Ну, в общем, я сейчас просто смотрю, какая у меня там картинка и все такое. Как оно смотрится. Блин. Вот тут камни-то, а. Обалдеть. Оп. Вот так. Опа, сюда. Блин. Опять на какой-то булыган наехал. Ой. Ну, короче. Ох ты. Посмотрю, какая картинка. Прикольно, не прикольно. А нифига. Вот с этой горки я спустился, блин. Обалдеть. Вот на этой же, вот на этой фиговине. Вон. Сейчас мне еще вниз куда-то, в яму буквально, а потом наверх. Ну, в общем, вот так вот.